Елизовская полиция устанавливает личность подозреваемого в краже денег с банковской карты. С заявлением о хищении 8 тысяч рублей обратился мужчина, который рассказал, что у него при неизвестных обстоятельствах пропала банковская карта. А спустя время ему стали приходить смс-уведомления о списывании денег. В течение нескольких часов с карты были сняты все денежные средства. Утерянной картой в нескольких магазинах Елизова за покупки расплачивался мужчина, попавший в поле зрения камер видеонаблюдения. Всех, кто узнал подозреваемого, просят звонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах.